Ну ты даешь. Извините. Я пал на стройке в скайпе. Тебя было просто не слышно, мне пришлось выключать. Ну вот, еще одно приветствие, потраченное впустую. Че новенького-то? Что там? Все смотришь процесс по делу Соколова? Ну, в том числе. Бан не пролетел на YouTube-канал на основной. Неужели? За то, что смотрел чужой контент? А давно это так? Потому что раньше мне присылали... Блядь, типа... чувак, вы все... Я не знаю, меня даже бесит эта хуйня. Сначала первым поймал, по-моему, кадавр, так если мне память не изменяет. Потом Сармат, потом Росов, теперь ты. Никогда нельзя было смотреть... Габзавр тоже ловил, но Габзавр не мой как бы соведущий, поэтому я его не упомянул. Никогда нельзя было смотреть чужой контент. Всегда действовали правила авторского... Ну, права на Ютубе. Всегда можно было кинуть страйк. Я страйкал Усачева, это какой был год? 13-й год. Никогда не было, типа, это все зависело от конкретного правообладателя. Если там стоит правило у робота страйкать, то всегда будет прилетать страйк. Это не вчера ввели, не позавчера, это так всю жизнь не было, блядь. Просто вы все наивные такие, типа, если до этого проносило, значит пронесет. Видео нужно смотреть заказанные, блядь, ВКонтакте, как Габзавр, или на Твиче, или на Вазде, блядь. Ютуб, да, для оригинального контента. Ну, в общем, да. Просто что, тебе неделю нельзя стримить или вообще пиздец полгода теперь? Нет, нет, неделю. Это первый страйк. Я не планирую больше там какие-то видосы Кроме судебного процесса над Олегом Соколовым. Ну, это тоже, видишь ли, вопрос тогда. То есть, как бы и нахуй мне это надо вообще в целом. Тогда да, тогда пусть будет оригинальный контент. Ну хорошо, главное, просто, чтобы видишь, это... есть просто, теперь, блядь, на Астербане... ты проверь, чтобы точно написано было, что через неделю стрима будет, а то вот, например, Коля влетал так, что, ебать, полгода сидел без стрима, вот только-только сейчас должны включить. Авторское право — это штука серьезная, ее это самое, надо уважать. Сука. 2020-й Юра Хованский объясняет мне за уважение авторского права. Конечно, а я потому что всегда страйками кидаюсь. Я здесь всегда на стороне правообладателей. Я чужой контент не использую и никому не советую. Если использую, то только тех, кто не против. А как ты определяешь? Или тебе лично они говорят? Ну, как правило, знаешь, рано или поздно можно... просто составить список тех, кто занимается этими. Таких людей и компаний не очень много. Ну, например, вот «Красный квадрат» хуярит. То есть передачу Первого канала лучше не смотреть. Что там еще, по-моему, пиздатого? Ну вот прилетала от Дудя страйк Юлику. Но там все сняли, как только разобрались. Но вы не Юлик, с вами бы разобрались, собственно, тем, что страйк бы остался. Известность с другой стороны. Моргенштерн, вообще, все треки. Ну, потому что забанили самый популярный гачи-микс, типа, на его творчество, этот Кок-Дилак. То есть ты просто сидишь и смотришь вокруг, и со временем понимаешь, кого можно как бы использовать, кого ни в коем случае, блядь, нельзя трогать. Я так и думал. Я думал, что я понимаю. Но мы смотрели, блядь, «Трусы Вассермана», и что было дальше? Ну, в целом, смотри, короче, типа, что я обычно такого правила придерживаюсь. Можно использовать чужой контент, если страйк от автора принесет больше хайпа, чем, короче, я потеряю на страйке. То есть, поскольку страйк это все-таки хреновина не автоматизированная, автоматизировано там удаление роликов, формирование этого списка, но чтобы прям кинуть по отрывкам, это надо постараться и сформировать его в случае блогера. Поэтому обычно я такой, так, ну допустим, Ксения Собчак, если она начнет типа страйкать меня, воевать со мной, что я из этого получу? Наверное, это стоит того, чтобы потерять санный ролик. И вот, а если на стриме просто ради какого-то, не знаю, сомнительного удовольствия, что-то там, что было дальше смотреть, то, наверное, лучше не стоит. Сомнительное удовольствие получать донаты. Да, ну тут, видишь, мне, я, видимо, непонятно выразился, мне во время стрима ебанули.
На ну стрим. И так и было у всех. Понимаешь, все дохуя умные. Кадавр, например, вообще, по-моему, удалял стримы сразу же после... Ну, так, то есть отстримил, удалил, чтобы не оставлять следов. И тоже в страйк влетел. Это вы все думаете только что. Может даже на удаленный видос уже прилететь в страйк. Так что это... Пиздец. Ну, типа, было бы слишком просто иначе, что можно было бы, я не знаю, там, хуй показать на стриме, блядь, тут же все выключить, удалить стрим, и что, ты думаешь, тебе страйк не прилетит? Прилетит. А, ну, раньше, когда я стримил, во время эфира, мне прерывали эфир и писали, вы стримите там какой-то контент. Ну, это все только от политики правообладателя зависит, понимаешь, типа... Как вот правообладатель, блядь, захочет, так и будет. Захочет он, чтобы просто страйки кидались, так и будет. Это, ну... Совершенно, ну, я понимаю, но здесь не копирайт страйк. А? Не копирайт страйк, а нарушение правил сообщества. Ну, нарушение правил сообщества — это обычно, блядь, все что угодно. Ну, по-моему, они окончательно охуели. То есть я жду, что будет Content ID уже по словам. То есть ты что-нибудь сказал в эфире, тебе хуяк, блядь. Ну, то так есть... не цитируй. А вдруг ты это, словами своими новый трек Моргенштерна пересказываешь? Нехорошо. Нужно хотя бы монетизацию с тебя забрать. Чтоб, ну, а то слова-то не твои, правильно? Че ты чужими словами говоришь? Говори своими. Угу. Пять слов подряд стоит в определенной последовательности. Все, уже чужое. Мне-то легко, я буду просто бля-ёпты говорить после каждых четырех слов, как бы сбрасывая счетчик. Да, приветствуем всю аудиторию с телеграм-канала Печенькова. Подписывайтесь. Да, мы на запасном канале продюсера, потому что ему въебали страйк на основной, который мы прямо сейчас и обсуждаем. Да, такая хуйня случилась.